первенстве по мини-футболу, прошедшем во дворце спорта «Надежда», районная команда «Молодая гвардия» не составила конкуренции для дублирующих составов команд мастеров. Вот и очередная игра против команды «Газпром Югра», которая пока занимает третью позицию в турнире и претендует в нем на победу, закончилась для хозяев площадки неудачно. Гости были однозначно сильнее, и одного старания игроков «Молодой гвардии» для успешного противостояния не хватило. «Газпромовцы» выиграли со счетом 7-0. Но эта неудача не убавила оптимизма ни у игроков, ни у тренеров. Теперь любителей мини-футбола ждут интересные игры уже в Кубке России.